Говоря о кубковых играх, тренеры часто упоминают вратарей. Как бы ни играла команда, хорошо или плохо, как бы блестяще она ни была подготовлена к матчам на вылет, вратарь определяет результат. Он может помочь не самой сбалансированной команде прыгнуть выше головы, а может свести на нет усилия всей клубной структуры. Одна позиция и колоссальная ответственность, несравнимая ни с чем в хоккее нагрузка на одного человека, на одну психику. И она должна быть самым крепким звеном в команде. СКА-1946 в полуфинале Кубка Харламова. Команда, которая стабильно провела весь сезон, в чьей ротации полсотни талантливых игроков, тоже уповает на вратарскую линию. На Константина Волкова. Волков начал заниматься хоккеем в Мурманске. 5 сезонов в МХЛ. Привлекался в команду высшей хоккейной лиги «СКА Нева». Вызывался в клуб КХЛ «СКА». За своей статистикой старается не следить. Говорит, что отвлекает. Но она в полном порядке. Константин Волков – лучший вратарь прошлого сезона МХЛ. Получив награду лучшему вратарю лиги из рук Владимира Мышкина, Константин с большим трудом вошел в сезон следующий, где от него теперь ждали еще большего. Многие думают, что вратари – это скала, психологически крепкие люди. Но прежде всего, они люди. Для клуба положительный сезон. Опять находится команда на вершине таблицы. А для себя, ну так, достаточно смазанный. Начало сезона было смазанное. И поменяли меня, наверное, 4 раза по ходу игры. И вообще, ну, в целом не очень мне понравилось начало сезона. Концовка неплохая. Надо было голову в порядок привести. Помогли с этим. И на самом деле и команда помогла, и тренеры помогли. И так, в принципе, все нормализировалось. Ну, вообще, каждую свою игру пересматриваю. А так, ну, из того, что запомнилось, наверное, во Владивостоке игра. Прилетели... Самолеты так достаточно вялые все были, и им нужно было побеждать. Создали достаточно много моментов, была интересная игра. В том выезде в 2 играх с «Тайфуном» и «Амурскими тиграми» он пропустил только 1 шайбу. СКА-1946 увез с Дальнего Востока 4 победы. За всю регулярку у Волкова 8 сухих матчей. Он стабильно хорош. Профессиональный хоккей пришел в его жизнь достаточно внезапно, но в структуре СКА он быстро себя нашел. Как только показали, что такое по телевизору хоккей, сразу захотел заниматься профессионально. Начал я в Мурманске, но там не совсем, чтобы команда, у нас с 97 года было 5 человек всего лишь. А переехал, да, в СКА Дюшор сначала, в 7 класс, если не ошибаюсь, 7 или 6. Отыграл весь Дюшор и дальше по ступеням молодежку. Я поменял много видов спорта, занимался и плаванием, и футболом, и чем только не занимался. И один раз в возрасте 10 лет меня привели на каток покататься. А у нас в Мурманске русский хоккей был развит лучше, чем хоккей с шайбой. И мне понравилось просто кататься, я захотел пойти, попробовать. Привели в секцию. Сначала не хотели брать, потому что уже взрослый, ну, считался взрослым, поздно пошел. Не умел кататься вообще. Выдали стул, коньки. Вот, учился со стулом, катался сначала. Все думали, что ну, ничего не получится. Вот так, позанимаюсь пару месяцев и уйду. А как-то ну, интерес привязал этот вид спорта, захотел заниматься и начал быстро прибавлять. И буквально, наверное, 1-2 года уже уехал играть в Питер. Драфт был в Питере. Ну, я, в принципе, ожидал того, что я останусь в своей команде. Но не ожидал, что во 2-м раунде, думал, где-то попозже, там, 3-м, 4-м выберут. Я часто тренировался с командой КХЛ, поэтому знаю всех. И, а так, что чего-то запоминаю, все. Ну, у Дацука Булит 1 раз выиграл на шайбы. Больше всего, наверное, запомнил. Но он поддавался. Первый раз на хоккей он был в Петербурге. Это был матч МХЛ СКА-1946 «Красная армия». Вскоре он сам будет важной частью армейского противостояния. Уезжать было не тяжело, на первое время отец переехал, наверное, 2-3 месяца со мной здесь пожил. Потом жил с бабушкой и дедушкой 1-1.5 года, они приехали, со мной жили. А постепенно вся семья перебралась. Сначала приехал отец, потом мама, младший брат. В Мурманске не был я лет
5 уже, наверное, точно. Хотя хотел съездить. Просто вся семья переехала в том числе и, ну, вообще все родственники переехали оттуда. Очень тяжелый климат, на самом деле, как и в Питере. Все серое, все сырое. Нету солнца, нету нормальной зимы, один дождь. А так, ну, чем-то похожи два города. Я, наверное, единственный человек, который не оценил красоты Питера. Мне абсолютно безразлично. Невский проспект, Казанский собор. Вратари почти всегда относятся к своему шлему как к произведению искусства. Это способ выразить себя, изобразить на нем то, что тебе близко, или выбрать устрашающий соперника образ. Образовалась целая культура. Но у Волкова шлем белый. Просто белый. Никаких обозначений, кроме обязательных. Мне всегда нравилось, что можно было шлем покрасить. И за всю жизнь я его ни разу не покрасил. Этим летом хотел покрасить и просто не придумал, что буду красить. У каждого это же все отдельно. Покраска с чем-то должна быть связана. У кого-то с семьей, с какими-то датами, с городом, с командой. Ну, это не просто так же взять, нарисовать. Не, ну, есть, наверное, такие, кто и просто так красит. Ну, я не знаю, я хотел покрасить шлем так, чтобы он был с чем-то связан и не смог все собрать в одну кучу. У меня получился там полный винегрет, и я не знал, как все это собрать. Наверное, с художником надо было пообщаться. И все же есть у Константина определенные привычки. Можно даже сказать, традиции. Обычно лицо Волкова скрывает шлем, а когда он его снимает – борода. Он избавляется от нее летом. Я хожу в течение всего сезона, но не с такой большой. Вплоть просто ее не равняю. А вообще, каждый год, когда сезон заканчивается, я бреюсь полностью. Ну, это раз в год случается. Просто как-то 3 года подряд так делал и... Ну, не сказать, что ритуал. Я бы мог и не бриться просто уже. Каждый год брился, мне просто интересно посмотреть на самого себя, как я выгляжу без бороды. Но каждый раз, когда побреюсь, думаю, что на следующий год так делать не буду. В этом году буду, все равно интересно, может, повзрослел. В СКА-1946 за вратарей, помимо прочего, отвечает Максим Соколов. Самый известный вратарь из Петербурга, очень авторитетный хоккеист, а теперь специалист. Известен своим отношением к делу, любовью к профессии. Ну, за последние 2 сезона, наверное, Максим Соколов много что сделал, что поменял, и много, сильно повлиял на меня. А вообще, в целом, в жизни, ну, не могу сказать ни про одного тренера ничего плохого. Каждый что-то дал, и каждому я благодарен за это. СКА-1946 – одна из 4 лучших команд молодежной хоккейной лиги сезона 2017-2018. Возможно, в этом плей-офф им суждено подняться еще выше. И мы узнаем, какую роль в этих матчах сыграл вратарь команды из Петербурга. За баталиями Кубка Харламова можно следить на КХЛ ТВ и в социальных сетях молодежной хоккейной лиги. Осталось самое интересное –